Доброго денечка, товарищи, с вами Беброс, танцующий титан, и у меня очередные хреновости. И хреновости в этот раз действительно какие, да, хреновые. В общем, в чем загвоздочка? На этой неделе, скорее всего, я, скорее всего, подтвержу завтра, значит, на данный момент это неизвестно, но, скорее всего, на этой неделе не выйдет ни одного видео. Даже не выйдет Зур. Впервые с января не выйдет Зур. Почему? Очень много причин. Я очень сейчас занят. И ко мне приезжают очень-очень важные гости. А конкретно ко мне приезжает мама моя. А маму я год не видел. А мама это святой, простите, пожалуйста. Так что Зур подождет. Так что на этой неделе никаких видео не будет. Почему на прошлой неделе выходило мало и почему, скорее всего, в будущем будет выходить мало, ну, простите, со мной вот случился ведьмак. Ведьмак со мной случился, такая вот болезнь. Очень хорошая игра, очень здоровская, и мне иногда приятно просто в сингле поиграть. А одно и то же делать в Destiny немножко поднадоело тоже, потому что House of Wolves, к сожалению, хоть оказался и хорошим дополнением, он не оправдал себя в плане реиграбельности. Мне стало немножечко скучно. Конечно, позже, когда уже буду дома и прочее, будут выходить видео, я постараюсь как-то это все быстрее как-то разогнать опять. Зур будет выходить стандартно, но, повторюсь, на этой неделе, скорее всего, не будет никаких видео. Почему? Потому что меня вообще практически не будет дома. Я буду в отъезде по делам. Вот такие вот пироги, хреновые новости. Заранее хочу сказать, мне много пишут и так далее. Ребята, я один человек, я просто все это делаю на PlayStation, на чистом энтузиазме, и меня вот часто сравнивают с заграничными блогерами. Не сравнивайте. Например, Planet Destiny. Planet Destiny — это целая группа людей, которые работают на Destiny. То есть у них работа делать видео, и поэтому там... У них нет проблем ни с монтажом, ни с финансами, ни с прочим, ни с прочим. Сидит толпа, то есть конкретный чуть ли не офис игроков, и они сидят и шпилят. Это вот недавно вот говорил сам товарищ в одном из последних видео. Так что простите, не сравнивайте, я тоже человек, тоже есть дела и прочее. Но, как видите, канал замедляется, потом, скорее всего, конечно, опять разгонится, но как, что будет, неизвестно. То есть новости действительно хреновые. Вот такие вот пироги, в принципе. Так что не серчайте, наслаждайтесь играми, любыми играми, и проводите хорошее время с друзьями. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура!